Инженерная и коммунальная инфраструктура – тот фактор, который непосредственно влияет на темпы развития санаторно-курортной отрасли. В свою очередь, строительство новых отелей и туристических комплексов – это инвестиции в регион. Именно поэтому модернизация инженерных сетей – одно из ключевых направлений градостроительной политики Анапы. Именно для этого мы в таком составе, расширенном, сегодня собрались проговорить, еще раз обсудить, посмотреть, какие у нас с вами есть варианты скорейшего развития событий, какие есть трудности именно сегодня, здесь, сейчас, и какие предлагаются у нас активные действия со стороны всех нас по их снятию. Благодаря всесторонней поддержке федерального правительства и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на курорте реализуется ряд проектов по модернизации водного хозяйства. Так, сегодня идет строительство напорного канализационного коллектора от очистных до камеры гашения на высоком берегу. В перспективах создания нового водовода протяженностью 20 километров Джигинки, коллектора в Сукое и реконструкция очистных в Анапе. Все это дает большой задел для дальнейшего развития. Уже сегодня инвестпортфель курорта составляет более 240 миллиардов рублей. Это свыше 50 инвестпроектов. 17 из них на общую сумму более 140 миллиардов рублей уже реализуются. Никита Бойко, Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.